В актовом зале 165-го лицея необычный урок. В роли учителя, управляющий отделением Пенсионного фонда Нижегородской области Владимир Тарасов. Рассказывает о том, как начисляется пенсия, о пагубности серых зарплат и о работе своего ведомства. Аудитория – 11-классники, то есть всем им по 16-17 лет. До пенсии еще далеко, но информация эта ученикам нужна, что они и сами подтверждают. Я считаю, что о будущем надо всегда задумываться и как-то смотреть вперед. Но все равно это полезно, даже несмотря на такой ранний возраст. Точно так же считает и Владимир Тарасов. Он говорит, что обманывать государство не нужно. Самому можно в минусе оказаться. Да и размером пенсии нужно в самом начале трудовой деятельности думать. Если мы будем каждый раз потихонечку им вот приучать к этому, ведь, понимаете, надо... Вот мы потеряли промежуток времени, когда не обучали никому ничего, и никому было всем, все было до лампочки, ни пенсии, ничего. Нам нужно об этом больше общаться с молодежью, прежде всего. Эффект от такого урока проявляется сразу. Во всяком случае, до звонка некоторые знают только о возрасте, в котором люди на пенсию уходят. После запросто расскажут и о зависимости величины пенсии от размера зарплат, и о том, что при выходе на заслуженный отдых нужно иметь как минимум 5 лет стажа, и о многом другом. То есть НИЛС у нас у всех есть, и мы можем узнать, сколько нам начисляет от зарплаты, ну, будущие зарплаты начисляет нам, ну и просто в целом информация, ну, интересно, там, ну, как работает пенсионный фонд в целом. Урок проводится в рамках единого дня пенсионной грамотности. Точно такие же занятия проводятся для старшеклассников по всему региону. Александр Быков, Сергей Пермовский, объективно, ННТВ.